Члены общественного совета при ОМВД России по Владимирской области побывали с проверкой в миграционном центре и региональном управлении по вопросам миграции. О ключевых направлениях работы этих учреждений рассказал заместитель начальника управления по вопросам миграции подполковник полиции Олег Шурыгин. Он отметил, что перевод Федеральной миграционной службы в структуру МВД России прошел в плановом режиме. Подразделения оказывают госуслуги по 17 направлениям. Самое востребованное – получение загранпаспорта. Еще одной темой, которую затронули члены общественного совета, стало взаимодействие миграционной службы с представителями национальных диаспор и работодателями, привлекающими к труду иностранных граждан. Придя, любой мигрант видит, что именно хорошее, прекрасное здание с хорошим ремонтом, хорошие кабинеты, ездят посидеть, подождать свою очередь, электронную очередь. Значит, у них, кроме этого, и госуслуги. Очень много условий для нормального получения видов документов, ну, паспортов и многого другого. В миграционном центре проверяющие смогли увидеть кабинет дактилоскопии, класс, где мигранты сдают экзамен по русскому языку, а также помещение, где получают патенты на осуществление трудовой деятельности на территории России.